Искра. Компания. Так. Переходим сюда. Вот она, Искра. Погнали. Кстати, новенький кораблик. Вы в этом уверены? Именно из-за осколка это место зовут мертвой зоной. Иного выхода нет, Хоторн. Это знак. Да, и на нем написано «мертвая зона». Новая миссия, новая цель. Найти путь к осколку странника. Знаешь, я изучила ЕМЗ от и до. Очень даже мило. В том смысле, что только темные и страшные леса могут быть так завлекательны. Но не стражи не должны покидать город. У городских правил есть одна особенность. Они не действуют за пределами города. В стене есть небольшой пролом. Заметить сложно, но он есть. Дальше никто не заходит. По крайней мере, те, кто хочет вернуться. Пролом. Угу, вот здесь вот. Отлично. Что это такое? А, вот он. Понял. Воу! Перепрыгнул. Кое-как. Ну, в смысле, не кое-как, а нормально. Без проблем. Был прыжок. Что-то никого нет. Дай знать, как будешь на той стороне. Вот он. Вот он. Ты нас слышишь? Сигнал пропал. Это плохо. Сейчас тут, наверное, кто-то появится. Так, какие-то невидимые, что-то тут пролетело. Что-нибудь слышал? Нас атакуют. Воу. Падальщики из другого мира. Падши. Они поклоняются машинам. Че, их тут типа нету? Как-то слишком тихо. Очень странная тишина. Ого, дерево вросло. Прям в дом. Так, иду дальше. Ага, наверх. Это хорошо, что наверх. Внизу мне что-то как-то не по себе. Осколок странника. Вон он. Вот он. Мне надо туда. Закрыт от посторонних глаз. Че, прыгать что ли надо будет? Хоп.
Дальше вон туда. Костры. Да, не просто так. Тут кто-то явно был, кто-то есть. А, это вот осколки огненные. Ух ты! Вот они. Где вы? Идите ко мне. Папочки, идите. Фига, он как быстро бегает, прячется. Прям хоп-хоп, спрятался. И все. А нет, не все, еще есть. Блин, двойного-тройного прыжка нет. Суперспособности, кстати, тоже нету. Подлетели. Взорвется или что, она не взрывается? Ты где? Блин, хера, он уже куда-то убежал. Вот он, осколок. Я к нему уже практически подобрался. Эх ты, во сколько тут, ребята, вас тут много. Да, вас много, а я один. О, босс. Типа босса. Кажется, мы их прогнали. Кажется, да. Подведи меня к осколку. На себе. Ты чувствуешь? Свет вернулся. Я вернулся. Мы вернулись. За дело, страж.
Чё, все способности все вернулось? Использовать свет. Да, способности все вернулись. Суперспособность. Способность вернулась. Круто. Ай-яй-яй-яй! Надо срочно свет взять. О, все, суперспособность. Где он там? Вон он. Миссия пройдена. Долго летит, очень долго. Что очень странно. Эй, пилот, ты не уснул там? Так, что там поговорить с Хоторн? Типа, что дело сделано, наверное, с ней надо поэтому поговорить. А ты молодец. Вернул себе свой свет. Да. Стражи любят символику, так? Варлоки, титаны, мертвая орбита, железное знамя. Увидимся. Мне тут что-то новенькое дали, шлем. Давай за дело. Их нужно обогнать крепче. Этот разобрать можно. Нам нужно было устроить сходку плана с печеньками. И... Нет, сейчас же идет война. Поговорить с Деврием Кеем. Здесь все. Так, с Деврием Кеем. Вот он.
Эй, чуваки, где мой истребитель? Вот это баг. Самолета не, истребителя не видно. А. То он типа так долго спускался вниз. Так, с Девремкеем. Где Девремкей? Я помню. Вон. В церкви наверху. Здорово, Девриэм. С возвращением. На этот раз я заварил тебе чай. Да только выпил его сам. В следующий раз будь чуточку побыстрее. Точно, маяк. Во время твоего сражения с падшими мы столкнулись с проблемой. Последнее реле Хоторн установила на горе над соляными родниками. Но радиус действия сигнала маловат, даже на такой высоте. Странно. Как бы то ни было, если мы до нее доберемся, усилитель сигнала решит проблему. И впрямь мертвая зона. Надеюсь, это тебе пригодится.